Мы с вами продолжаем прохождение Ведьмак 3 Дикая Охота, и сейчас мы должны пойти к ворожею, который дал пропавшей жене барона Филиппа Стенгера оберег. Вот, скорее всего, он знает, куда делась его жена, куда делась его дочь Тамара, поэтому мы его должны навестить в первую очередь. Неизвестно еще, настоящий ли он ворожей или просто шарлатан, потому что как ходят слухи, что он поехавший на всю голову, что он убил своего отца топором в спину и что он трахает козу. Солдат барона. Привет. О, солдаты барона. Фига себе. Сержант. Сержант, здрасте. Тебе здесь делать нечего. Вам пора. Понятно, все с тобой. А что у тебя тут за сумка? Подожди, дай заберу. Да иди сюда, да, подожди. Да, блядь, постой. Взять. Пустая бутылка? Окей, конфискую. Возможно, я в нее что-то налью. Давайте пока перед тем, как выйдем отсюда с этого поместья, посмотрим. У тебя седой тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Да было дело, кстати, о нажирании. Что-то мы давно ничего не пили. Давайте, наверное, выпьем пивасика на дорожку. Вы зимский чемпион, закусим сушеной тараночкой. Ну и хорош. Да, так вот, надо сперва осмотреться здесь, потому что на втором этаже мы еще не осматривались. Мы осматривали подвалы, осматривали покои верхние. А здесь не были пока. Ой, блин, нихера же не вижу. Крестьянка, это, походу, кухня, да? А, кстати, гретка же на кухне, вон она, видишь? Говорили же, что она тут помогает. Отлично, сейчас поговорим с ней о Цири. Возможно же... Чё? Сама ты дурак. Какой дурак? Дуранж. Или о чем ты? Она же должна знать, что... Куда пошла эта Цири-то. Цири, возможно, ей сказала об этом. А может и не сказала. Чтобы не подвергать редку-то опасности. Так что сейчас выясним наверняка. А ну-ка, пошли. Привет, малявка. Ты Гретка? Я. А ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь, значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть друга этому своему помогла? Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Любопытно. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала, но он сказал, что я маленькая, и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зеленый камешек. Ух ты, красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Спасибо. Ну иди играй дальше. Я не играю. Я помогаю. Помогаешь? Помогаешь сидеть на стуле? Убью всех чудовищ. Всех. Конечно, убью. Если тебе кто причинит зло, я его убью. Так, крестьянка, ты смотри там. Следи за ребенком. Че ты там жаришь? У тебя на сковороде-то ничего нет. Ты хоть положи туда что? Руку? А, ну можешь руку положить, пожарить. Только клетки, главное, ее не давай. А то станет девочка людоедкой потом в будущем. А это вот никак не хорошо, потому что мне придется ее убить. Вот тебе и... О! Значит, здесь ночевала Цири. Любопытно. Взять. Что это взять? Юла, что ли? Волчок? Тихо. Волчок. Да. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Вот Гретка могла играть... Комната Цири, задание дополнено, нифига себе. Новое побочное задание. Осмотреть комнату, в которой жила Цири, используя ведьмачье чутье. Тайник. В тайнике можно хранить предметы, не опасаясь воров или случайной пропажи. Нет, что-то я как-то тайникам не доверяю. Хотя, конечно, комната в принципе-то Цири. Но Цири-то тут больше не живет, тут живет только Гретка. А малая, в принципе, может тоже воровать. Ну вот, как тут все работает. Понятно, короче, можно все свое снаряжение складировать сюда. Но как-то что-то я пока не хочу. Мне еще, в принципе, веса-то хватает. Лучше я пойду продам. Пока тайник оставим пустым. Так.
Смотри, вещи. Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Не успела даже переодеться, значит, подожди, ну что, голая уехала? Что-то не похоже на Цири. Взять. Неясная природа проклятий. Неясная природа проклятий Лидия Ван Бредеворт. Откуда у нее такое? Как откуда? От Лидии Ван Бредеворт, наверное. А может и нет. Неизвестно. Герыч, давай прочитаем хоть эту неясную природу проклятий. Что там пишут? Моим дорогим друзьям Филиппу и Анне от графа Лагевра, министра культуры королевства Тимерии, Визима, 1265 год. А, Филипп и Анна — это ж кровавый барон и его жена. Весьма ошибаются те, кто считает, что проклятие есть исключительное проявление злой воли одного существа, направленное против другого. Удивительно часто происходит случай непреднамеренного наложения проклятий на самого себя или на находящиеся поблизости неодушевленные предметы. Последствия подобных происшествий трудно предугадать. Зачастую это приводит даже к смерти существ, находящихся под действием проклятия или вступивших в контакт с проклятыми существами или предметами. Вот почему крайне важно принимать меры предосторожности для обеспечения полной безопасности при наложении проклятий. Мадам Амелия Веракрус Леон рекомендует как минимум следующее: очиститься от негативных мыслей, стремясь к полному единству с миром и гармонии тела и разума. А, то есть Цири прочитала книгу про очищение от проклятий, что нужно... С посвящением барону и его жене. Кажется, у них в Визиме были высокопоставленные знакомые. Ну, это видно. Короче, Цири прочитала книгу о том, что чтобы очиститься от проклятия, надо, короче, слиться с миром, в гармонии с природой, короче, потому она разделась и уехала голой, ясно все. Так, Цири, ты там сильно не шути, потому что простудишься, мне потом тебя лечи. А ну, Гретка, скажи, что ты думаешь о этом волчке? Бахрама? Ой, я сперва послышал... Сперва услышал, я хромаю, думаю, нифига себе, когда ты уже успела ногу подвернуть. Геральт! Смотри. Это не твоя? Волчок, где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что ей пришлось уехать. Жалко, жалко, у пчелки. Спасибо. Ну иди, иди дальше. Я не играю, я помогаю. Помогаешь с подвернутой ногой? Мало тебе помощи будет. Чудовищ. Всех. Подвернутой-то ногой, хромой. Бахромой. Ладно, короче, Цири мы так и не нашли, но вот не знаю, к чему был этот мини такой квест, поговорить с Греткой, там дать ей волчок, посмотреть, что Цири уехала голая, прочитать книгу, которую она, видимо, свистнула у барона и Анны. Цири еще и ворует. Вот, пожила без меня, уже в воровке подалась. Так, надо пойти, короче, дальше. Исследовать дворик. Наконец-то. Блин, что-то у меня, короче, немножко подвисает, походу, наверное, из-за того, что у меня в это время сейчас редактируется, сохраняется отредактированная серия предыдущая, потому что, чтобы скорее вам ее выложить и показать, вот видите, я и работаю, и редактирую, и играю, короче, и пишу сразу все в один день, все, короче, как Юлий Цезарь, куча дел сразу. Ответственность, мать его, ответственный подход, чтобы видео выходили всегда. Так, что у вас тут происходит? Ясно, смотрите на небо. Смотрите дальше. А, отсюда мы вылезли, да? Вот тут где-то был колодец, вот там он. Это, получается, задний двор. Тут что-то ничего такого не вижу. Одни пустые бутылки. Там вон какая-то сторожевая башня, походу, или что? Я могу вина выпить тут? У вас нет? Не наливают? Походу, не наливают. Уже, походу, не так сильно тормозит. Скорее всего, программа уже закончила серию-то обрабатывать и, видимо, сохранила. Но ничего. Ну там, в принципе, незаметны были подвисания, ну так чуть-чуть. Я-то наметанным глазом FPS и всегда вижу. Как красиво отсюда смотрится, просто шикарно. Но не время рассматривать природу. Надо искать жену и дочь барона, чтобы мы потом в итоге могли узнать от него больше информации о нашей Цириле. Юной воровке и голой наезднице. Боже, как это прозвучало. Ладно, полезли сюда. Оп, ничего себе, арбалетчик. А ты попадешь отсюда? Тихо. Опять краснолюдский спирт. Вояки, чтобы не бухали, я у вас конфискую. И чтоб гвозди один одному в лоб случайно не загнали, тоже заберу. Так, погнали тогда во двор дальше, да? Пошли. Здесь нам делать нечего, они что-то особо не разговорчивые. Ну давай поговорим, тихо.
Понятно, они мычащие. Да тут же только что была опция использовать. Давай, лезь, слазь. Слазь, поехали дальше, Геральт. Наша с тобой работа, походу, никогда не закончится. У нас никогда не будет с тобой пенсии, понимаешь? Вот никогда не будет. Мы постоянно будем в пути, постоянно будем в дороге, постоянно кого-то находить, кого-то спасать, кого-то искать, кого-то просто вызволять, кого-то задалбывать. Так, пожилой человек, привет, пожилой. Если бы не хозяйки, что в чаще правят, давно бы мы все померли. Оставь меня одного. И много ты знаешь о хозяйках в чаще? Кто ж такие эти хозяйки-то? А это, так понимаю, конюшня, да? Это не моя плотва, не, седло не то. Но похоже. Опа, смотри, можно открыть тут. Двери сами передо мной открываются. Типа, прошу вас, проходите, прикол. Так это и есть тот ведьмак, Страшила. Я у себя в носу кое-что поинтереснее находил. Слышь, сейчас я тебе так нос твой расплюсну, что ты там ничего не найдешь, кроме каши. Проучит, не будешь. Бриллиант, смотри, нифига себе. Заберу у вас бриллиант. Бриллиантовые мои. А что у нас здесь? Здесь дверь вообще нихера не открывается, а там просто стена. Понятно. Тут что-то непонятно нифига. Слышь, а что ты там про мой нос-то говорил? Точнее, про свой. Занят я. А, отмазка. Отмазка. Занят, чтоб тебе по носу не получить, да? Хорошо. Тебя, бароновы, люди, будь занят дальше. Я, в принципе, тоже занят, только хожу до всех доколупываюсь. Во Вроницах. О, подожди, а если я по лестнице заберусь? Я смогу забраться тут, нет? Смотри, смогу. Типа на верхний ярус. Ох, нифига себе, смотри, что тут нашел. Малый глиф Игни, двемеритовая руда. Малые камни, чертеж, гамбизон охотника за головами. Приколь. Скорее всего, это довольно топовый гамбизончик. Надо будет его сделать. Посмотрим, сколько он там нам сохраняет здоровье. О, тут можно спрыгнуть, смотри. Красавчик, а ну давай. Хоп. Ты че? Супа перепугал мужика, что он аж пернул от страха. Господи, вы хоть сдерживайте себя, ребята. Как-то это же некрасиво-то, это же не по-мужски. Это где ваша воинская честь-то? Ну... ну вот и я о том, что... ну вот и нету вашей воинской чести вообще. Воинскую честь свою вы, я смотрю, по ветру пустили. Причем в самом прямом смысле. Сколько коней... нифига себе, конь с двумя головами. Где ты такое еще видел? Ты такого вот нигде не увидишь, только здесь, только в конюшне барона. Эксклюзив! Конь с двумя головами! Смотри, катайся, плотва отдыхает. А нельзя его как-то отсюда выпустить, нет? Ну, подожди, открыть. Конь с двумя головами, пошли! По-моему, на него нельзя сесть. Ладно, стои дальше. Я пошел. Здесь я все видел, как бы. Идем дальше. Так, куда это я вышел? Это я, получается, вышел... а, вот сюда я вышел, тут конюшня. Там я был, туда я заходил. Справа. Здесь тренируются солдаты. Пойди с глаз долой. Ты чё такие неприветливые-то? Я не хочу скажу, никуда пойти. Все скажу, где покража спрятана. А, твои дружки давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. А ты сиди тихо. Силы на казнь прибереги. Вы чё от мужика хотите, ребят? Может, я помогу разобраться, нет? Прошу, умоляю. Слышь, отпустите мужика. Хотя ладно, не мое это дело, потому что если я сейчас вызову их гнев, то автоматом вызову гнев барона. И тогда все мои задания слетят на дно. Че это тут такое? Смотри, везде по каким-то корчам лажу. Ох, нихера себе, ты что, в жопу пьяный или нет? Да, походу пьяный. Ладно, спи. Пока я тут обчищаю тебя. Где ваши кузнецы, народ? Ох, нифига, смотри. Оп. Что у вас тут? Руда темного железа. Видимо, пригодится. Видимо, что-то хорошее. Темное железо — это вам не простое железо. Это темное, мрачное железо. Чё ты намекаешь? Солдаты барона у костра. А что у вас в домике? Какие припасы здесь можно скоммуниздить? Эрвилюс, тимерская ржаная.
Кстати, поговаривают, что Эрвелюс довольно прикольное вино, из Тусента, выдержанное, все дела. Поэтому давайте-ка этого выдержанного винца сейчас прибухнем. Оценим по достоинству. У нас аж 4 бутылки, смотри. Грех не выпить, грех не оценить. А ну-ка. Плюс 5 здоровья, но это маловато. И небольшой такой эффектик опьянения. Ну ничего страшного, Геральту не привыкать. Он быстро трезвеет. Пивас, нормально, сухофрукты, хорош. Красавчик просто. Ревизка, опять пивас. Тут закрыто. Геральт, тихо, осторожно. Чё ты уже на стены стал натыкаться? Так нельзя, так себя не ведут культурные граждане. Так, а что у нас здесь? Вот, я вижу уже на миникарте значок торговца и значок, походу, бронника. Это хорошо, это много для меня значит. Вон там он что-то, какой-то столер. А там он параша, слышь, мы за всю игру еще с вами ни разу в парашу не ходили. А ну пошли постучим. Там свободно? Что, такая очередь здесь? Здоров, ребят. Ладно, окей. Эй! Есть кто? Не трать время. Уже 2 дня, как все ходят в кусты. Что, все так сильно плохо, пацаны? Офигеть, так ты там, не знаю, я тебе, может, таблеточек каких-нибудь поднесу, чтобы тебя быстро пробрало, чтобы ты просрался хорошо. У меня там зелий куча разных ведьмачьих. Давайте что-нибудь ласточку дам, смешаю ее с кошкой, смешаю с толченым жемчугом. Короче, потом добавлю туда щепотку этого белого мирта. И ты так просрешься хорошо, я тебе отвечаю, что сразу тут все мужики, не знаю, правда, смогут ли они туда ходить потом после тебя. Если там все забьется. Ну да, помогу хоть человеку. Так, ну что у нас в бочке? Фиал. Короче, я собираю какое-то говно. Надо уже идти и разбираться с делами. Вот сюда давай еще сходим. И пойдем уже к ворожию. Куда ты там что-то там вложил на всякие запреты? Слышь, ты такие речи-то не говори. А то барон услышит, повесит. Открыть. Нужен ключ. Везде нужны ключи. Везде позакрывали от меня. Хорошо. Буду идти туда, куда смогу. А что у вас тут? А могу я наверх прям? Ух, тихо. О, смотри, могу. Ух, нифига себе, смотри. Красавчик. Я наверху на замке тупо вронец. Офигеть. Подожди, а сундук, походу, мы пропустили, нет? Что-то есть. Оленья шкура, понятно. Это уже не ведьмак, это уже какой-то Assassin's Creed начинается. Чего так медленно-то идешь? Не бойся, ты не упадешь. Все будет нормально. Давай сюда. Оп, хорошо. А ну давай дальше. Посмотрим, что там еще дальше. Наверху. Тихо-тихо-тихо-тихо. Осторожно. Ты, конечно, не Альтаир. Ты просто Геральт из Ривии, хотя и озвучивает один и тот же человек. Ой, тихо. Что, тут ничего нету, да? Смотри, там, походу, что-то есть. Там есть что-то, как туда попасть? Стоп, там что-то светится. Сюда как-то можно забраться, но как туда забраться? Может как-то через верх вот так вот? Нет, не так. А если прыгнуть вот... А, можно перелезть, смотри, вот здесь. Нет, нельзя. Или можно? Можно, можно, смотри. Нифига ж себе, смотри, как распетляли. Я когда проходил игру в первый раз, я эту локацию, честно говоря, вот сюда вот так высоко не залазил. Это впервые, что-то меня сюда нечистая прям понесла. А кого я тут убили-то? Отличное масло против зверей здесь. Смотри-ка. Кого-то тут зарезали, как свинью. А барон об этом знает, интересно, или нет? Или ни сном, ни духом? Или это по указке барона зарезали человека здесь? Что в этих вроницах-то творится? Так. Ну, туда уже, походу, нам, в принципе-то, не надо. Так, думаю, что там мы ничего интересного не найдем с вами. Поэтому давайте возвращаться потихоньку на
место. Тихо. Оу, оу, бляха. Ох, как хорошо я перекувыркнулся-то и не упал. А ну, тут что-то лежало. Мешок с проволокой. Вот за каждой проволокой тебе надо лезть. Геральт, давай слазить уже, все, хорош. Сейчас так направляемся к нашему кузнецу, пускай он нам скорее все чинит. А то мне как-то уже вот надоело просто. Эй, мужики, может на эту чудищу поохотиться? На щербатую кузнецову дочку, что ли? В общем-то, можно. Птички у нее справны. Тем больше. Я про кликотуна. Он у мужиков по птичникам лютует. Ты охренел? Герой выискался. Народа спаситель. Чё за кликотун, ребят? Это как раз по моей части. Зачем ты все рубишь? Вы не сделаем породы, новую модель из двух частей. Что ты опять придумала? Увидишь. Я сделаю свободное соединение на заклепках, и части смогут свободно двигаться. Нифига себе, вот же они, кузнецы. Фергус Грем, привет. Чем могу служить? Я ищу кого-нибудь, кто возьмется изготовить доспехи. Очень хорошие доспехи. Ну что ж, я делаю доспехи уже 20 лет. И, надо сказать, кое-чего в этом деле достиг. Ну да. Не обращай на нее внимания. Последнее время она всюду сует свой нос. Ну так что ж за доспех тебе нужен? Легкий, прочный, чтобы не сковывал движение и чтобы надевать его без посторонней помощи. Ха-ха, что еще? Может, он еще и чистить сам себя должен, и гузно тебе подтирать. А че бы и нет, я бы хотел такой доспех, чтобы мне просто я посрал, он мне сразу подтер, и все дела, не надо мучиться, руку лишний раз напрягать. А ты сможешь? Звучит неплохо. А ты сможешь такое сделать? Нет, но если ты найдешь кого-нибудь, кто сможет, я с удовольствием с ним познакомлюсь. Послушай, с доспехами вот какое дело. Если он прочный, то не может быть легким. Может, если есть правильные инструменты, такие как у клана Тордорох на Ундвике. Иоанна, ты обещала не вмешиваться, когда я разговариваю с клиентами. Не морочь людям голову этими своими скелликскими сказочками. Это не сказка. Мой дед плавал на Ундвик за панцирями, потому что люди из клана Тордорох делали самые лучшие. Так было до недавних пор. Но с год назад остров разорил великан. Люди бежали или погибли. Но кузни-то, думаю, до сих пор там. Проверить стоит. Если я найду эти инструменты, вы сделаете для меня панцирь? Да. Тогда да. Но только тогда. Какой умный сразу стал. То говорит, типа, Иоанна, не вмешивайся. Да она явно больше тебя знает, чувак. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере на северной стороне острова. Понятно. Найдем. Если я окажусь на Скеллиге, попробую найти эти инструменты. Будьте здоровы. Это будет не скоро, потому что на Скеллиге нам еще рано. Смотри, и уровень очень сложный, аж черепом помеченный. Давайте посмотрим, хоть что там за задачка такая. Доспехи-то, подожди, дополнительно. О, мастер-броник, 24-й левел. Офигеть. Пока это явно не наши. Давайте тогда с ними так пока по мелочам поговорим, поторгуем, все дела. Фергус. Чем могу служить? Да можешь тут кое-чем. О, так ты в гвинт еще играешь, нифига себе. А ну пока давай товары покажи. Я хочу посмотреть твои товары. Что у тебя есть? У тебя есть ремонтный набор мастера ученика, оружейника, у тебя только бронника. Почему нет ни у кого этих ремонтных наборов? Что такое? Почему так все запущено настолько? Давайте продавать. Что будем продавать? Да все. Раз, два, кайло туда же. Малые камни туда же. Мечи давайте пока все попродаем, чтобы они нам просто тут не засоряли инвентарь. Топоры. Так, хорош, 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 хорош. Туда же и туда же. Гамбизон охотника за головами. А, подожди, так такой мы примеряли уже, как бы. И в принципе-то он хорош. Но мне пока мой доспех лучше.
Так что предлагаю от него, в принципе-то, избавиться. Кавалерийские сапоги. Охотничьи, что нам не надо тоже уже. Рунный камень Велес пока оставлю у себя. Этот рунный камень тоже. Малый продам. Малое все надо продавать. Малые глифы тоже продавать. Это тоже продать. Опять малые глифы, смотри. Опять малые рунные. Так, все, нормально. Тут продали. Здесь распетляли. Хорошо. Дальше. Книжки не надо продавать. Давайте посмотрим, что у нас тут. В принципе, пока лучше ничего ему не продавать. Давайте посмотрим, что можно купить. Потому что у него уже мало очень кронов осталось. Чертеж сапоги следопыта. Уровень 8, да? Штаны, кавалерийские штаны, кавалерийские перчатки. Гамбизон верденского лучника. Доспех Хиаль 24-го левела. Нифига себе. Короче, у него тут только доспех Хиаль такой самый классный. И то мы пока его просто не потянем, не наденем, не сможем его унести. Обосремся и не унесем. Доспехи цедарийского кавалериста. Ух, нифига себе. Только вот мне единственное, что не нравится, что сопротивления урону от чудовищ нету. И стихиям тоже не сопротивляется. Это разве что только людям. Но брони, конечно, больше, видишь. Брони намного больше. Цедарийский кавалерист. Может, таки одеть? Попытаться его сделать и одеть. Посмотреть хоть что это. На данный момент пока это лучший вариант из доспехов, что мы можем себе позволить. А по левелу, подожди, как? А по левелу не можем, бляха. 14 левел, ты смотри хоть, чувак, на уровень-то. Так, две мерита, слиток. Понятно, тут, короче, все пока нам не надо. Что еще? А ничего. Значит, чиним, чиним все. Пробел, платим и чиним. Хорош. Здесь, может, можно что продать. Серебряная руда. А, это ее можно разбирать, получается, на серебро. Это не продавать, это разбирать. Давайте пока ничего не будем разбирать. Давайте просто продадим. А, он тут это не покупает. Короче, понятно. Окей, тогда выходим. Бриллиант. Для создания предметов. Не, пока продавать не хочу, пускай у меня остается. Может, ему подарю еще. Так, хорошо. Мне нужны доспехи. А, ну это то же самое, это получается открывается меню доспехов. Давай тогда в гвинт перекинемся. Установить размер заклада. Давай по максимуму, чё мы. В случае выигрыша сумма удвоится. Как-то маловато мы ставим, ну да ладно. Если это как максимум. Как насчет партии в гвинт? Что там у тебя за картишки-то, чувак? Поехали. У тебя Скайта Эли, нифига себе. Ливень, рок. Ну, в принципе, меня все устраивает. Играем. Ходи. Киар, Аэп, Энс. Что-то там, короче, понятно. Я тоже буду такими ходить. Дальнобойными отрядами. Кадет Врихеда. Окей, кадет. На тебе Шиалу. Че дальше скажешь? Бригада Врихед. А я тебе с тенниса. Беру две карты. О, хорошо. Неплохо. Краснолюд застрельщик. Ух, нифига себе раздвоился. Расстроился даже, нифига. Куча краснолюдов нас атакует. Это вот совсем все нехорошо. Что с тобой делать-то? Давай пока ему поддадимся. Давай. Хорош. Ну, ходи. Кем походишь? Спасовал? Да что ты пасуешь? Что, дурак? Так ты, блин, вообще даешь. А я выложу. Хотя бы одну теперь сам спасую. Все, до свидос. И последний раунд. Мне кажется, мы его сейчас сделаем. Всяко что-то он не просто так пасовал. Или у него там очень сильные карты, но против него его 6, мои 9, это будет просто жесть. Я его в пух и прах разгромлю.
Но я пока так. Мильва. Нифига себе, что-то у тебя большая карта. Он реально берег, наверное, самое сильное на потом. Ну ничего, у меня тоже, в принципе, не слабые карты. Не из говна сделаны. Так, Франциска Финдабаир. Что она делает? А, она заморозила. Ну, заморожу, мне пофиг. У меня же потом Фольтес-то все разблокирует. И все будет хорошо. Так что ты особо на победу свою не уповай. На тебе пока лучников. Давай дальше. Ливень. Ну-ну, молодец. Нечего сказать. На так. Что дальше скажешь? Яевин. Ох, нифига себе, Яевина вспомнили. Это хорошо, такая отсылочка к первому ведьмаку. Яевин из всех эльфов что-то мне как-то больше понравился, чем, скажем, тот же Йорвит. Я вот, честно говоря, не знаю, мне что-то Яевин был симпатичнее. Не в плане внешности, а в плане вот как-то вот его именно персонажа, самого идеалов там его и всего остального. Йорвит просто был как бы бандит. Так. Хотя, честно говоря, я бы очень бы хотел, чтобы Йорвит появился в третьем Ведьмаке. Но, видимо, не судьба уже. Видимо, уже никак. Ну-ка, давай так. Яевин точно как бы известно, что он погиб. А за Йорвита что-то я пока такого ничего особо не слышал про его судьбу. Знаю только, что его как бы вырезали из игры. И мы его, скорее всего, уже точно не встретим. Все, я пас, я выиграл. Что теперь скажешь? Дал мне кроны 20 и моровую деву дал. Нифига себе, моровая дева. Это, скорее всего, колода монстров. Я так понимаю, да? А ну, смотрим. Колода, колода. Скаэтаэли. Нильфгаард. Чудовище. Вот, чудовище. Моровая дева, вот она. Понятно, мы выиграли карту чудовищ. Хорош. Так, починиться-то мы починились, а вот жалко, что он не продает нам инструментов для починки в дороге. Я бы очень хотел бы чинить свое оружие самостоятельно, но что поделать. Давайте пока поговорим с Иоанной. Чем могу помочь? Ты тоже, я смотрю, играешь в гвинт? Странный у тебя говор. Ты со Скеллиге? Сарт Скеллига, но с детства жила в Гольмштейн. А почему уехала? Я всегда хотела быть кузнецом. Целыми днями в кузне крутилась. И все мне там нравилось. И жар, и запах, и удары молота. Когда мне исполнилось 17, отец сказал, что ему больше нечем у меня учить. И отправил в мир оттачивать ремесло. Через несколько лет я стала мастером. А потом началась война, и я осела здесь. А что ты работаешь на этого краснолюда? Ты должна сама кузницей править своей уже. Ты же такая грамотная-то. Что у тебя есть на продажу? А что у тебя? Они продают разные товары или одинаково? Подожди. Кристаллизированная эссенция. Нужна для изготовления эликсиров, масел и бомб. И ни у кого, понимаешь, ни у кого, ни у одной, блин... Язык не поворачивается сказать плохое слово. Нету ремонтного набора. Только бронника есть. Давайте хоть бронника возьмем. Оружейника в помине нету. Собаки следопыта, подожди, это походу то же самое, что и этого кузнеца, да, доспехи Али, у них одинаковые товары, потому что, естественно, лавка-то одна, значится, да, свидос. Давай тогда сыграем с тобой в гвинт, может ты мне еще какую-нибудь карту дашь. Давай тоже по максималочке пойдем. Не желаешь сыграть в гвинт? Чё-то мы сегодня в этой серии то и делаем, что играем. То было гвинта мало, а теперь уже перебор. Ну да ничего. Надо, значит надо. Погнали. О, у тебя противники чудовищ. Нифига себе. Мгла, ливень. Что у нас там еще? Давайте, давайте, давайте. Избавимся от ливня. Пожалуй, так. Ну, поехали. Женщине не поддаваться. Потому что она суровая скеликская дама, она как мужик. Давай-ка так. Шелдон Скакс. Бес. Ух, нихера себе. Я думал, Тириан Ланнистер, но это не похоже на Тириана Ланнистера. Это новая разновидность беса. Давай-ка так.
Две карты даешь. Какую-то херовую карту дали. Ну чё вы, ребята? В конце-то концов, чё ты творишь-то с самого начала игры? Ты что, с ума сошел? Ладно, давай тогда. Давай тогда вот так. Спасовал? Чё, дурак, что ли, спасовать-то? Тогда я сделаю так. Ясное небо. Девяточка. И тогда, получается, мне нужно хотя бы вот эту карту одну выложить, чтобы победить. Теперь я пас. Выигрыш. Да, свидос, гуляй. И Анна. Чё так слабо играешь? А, она оставила одну карту. А, типа фракция чудовищ после конца раунда может оставить любую карту на столе. Хорошо, я понял. Интересное у тебя преимущество. На тебе Кейру, держи. Главоглаз, ух, нихера себе. Ух, нихера себе. Офигеть. Нас, походу, сделали тут. Хотя, мне кажется, скулить еще рано. Нет, рано скулить. Давай пока Золтана посылать в бой. Мы обязаны победить. Ух, нихера. А вот теперь уже скулить явно не рано. Куча вампиров, куча насекомых. Охереть, пошли вы нафиг, я пасую. Смотри, что она творит. Слышь, Иоанна, ты так не хитри. Надеюсь, у тебя там уже говно осталось. Блин. Оставила Фледера или кто это? Или какая-то Экима, Катакан. Какой-то вампир, короче. Что? Что она творит? Удвоила. Ах ты ж сучка. Ладно, подожди. На тебе так. Я пока буду про мелочам просто вот играть. Нифига себе, что делается, три. Женщина, ты с ума зашла? А ну подожди. А если я так? Кого бы лучше всего выбрать с колоды-то? Блин, кто там самый больше атакует? Бьянка, не подведи. Пошла в бой. Хорош. Блин, 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 нифига себе. Смотри, какие у нее карты там. Просто жесть. Просто, мать ее, жесть. Ладно, давай пока так сделаем. Я пока что обгоняю. Ясное небо. А что это ясное небо-то уже применяешь? Карты закончились нормальные. Ну-ка, давай-ка так. Чё скажешь теперь, Иоанна? Ух. А на карты чемпионов, типа на карты таких вот с золотым таким вот уголком не действуют такие вот рога. Понятно. Хорошо. Давай так. Удваивай. Ну. На, я еще к тебя добью таким вот коронным удвоением. Смотри, на. 58, 2, 20. Это что? Есть разница, нет? Все, Иоанна, давай карту. Пасую. И побеждаю. Потому что Геральт из Ривии научился играть в Гвинт. Потому что я мастер против вас. 20 крон и что еще? И карта ясное небо. Ясное небо. Зачем? У меня же такая одна есть. Зря только играли. Ну да ладно. Куда собираетесь? От чего там у тебя мурашки-то? От какой такой пошлой мысли? Так, а что у нас здесь? Крестьяночка, а ну подожди, когда я что-то так загородила. И котка? Бывает. Тут я, походу, еще не был. Смотри, он там, он какое-то разрушенное что-то. То ли хата была, то ли какая-то крепость сожжена. Привет, мужик. Не возражаешь, если я это конфискую? Для моих ведьмачьих нужд. Чё ты рассматриваешь там? В трубу? Ты чё ты рассматриваешь? Ты рассматриваешь деревья этих? Частокол в трубу? Офигеть, ты фетишист. Еще тот. Вы, ведьмак, нам должно быть с небес посланы. Левого уха-то нету. И не говорите лучше ничего. У кого там левое ухо уже отняли-то? За подарки. Нифига себе, слышь, подарки? Так я не хочу таких подарков, за которые надо левое ухо отдавать.
Левую ногу, печень, блин, почку, еще и член, не дай бог. А что у нас тут? Понятно, снова караулка. Алмазная пыль. Давайте уже все осматривать. Уже если мы начали осматривать, значит, осматриваем до конца. Осматриваем просто вот вообще каждый закоулок. Я же говорил, что у нас игра будет про неспешное исследование, неспешное прохождение. Хотя, в принципе, я и так стараюсь как-то побыстрее все разруливать, но, увы, не получается. С кем-то всяко надо пообсудить, с кем-то кого-то надо послушать, сплетни свежие узнать, с кем-то в гвинт поиграть, кого-то обобрать. В общем, дело не в проворот. Так. В эту хату я не заходил, нет? По-моему, не заходил. Ну, стоп, она открыта, нет? Или неприветливо закрыта? Закрыта, естественно. А вот тут тоже закрыто. Чего вы позакрывались-то от меня, ребята? Я ж свой, я с вороном уже познакомился, мы все уже распетляли, даже с ним бухали вместе. Но все равно везде закрыто. Офигеть. Почему закрыто? Серьезно, он что? Как бочка, да? Скучно тебе. Так это и есть тот ведьмак страшила. Да, это я и есть. Слышу, всех, короче, в носу что-то поинтереснее, чем я. Офигеть. Какие все тут интересные. Ребятки, а что у нас на доске объявлений? Давайте возьмем себе работу. И заканчивать будем уже эту серию. Ох, нифига себе контрактов. Ощенилась, сука. Ощенилась моя сука. 5 щенков. Маленькие, но на похлебку хватит. Продам за пару крон или поменяю на другую еду. Марта. Фига себе, Марта, собачек ешь. Ты что, совсем с ума сошла? Хотя, может, молодое собачье мясо, оно самое то, может, оно вкуснее и нежнее, чем даже поросенок, цыпленок. Гвинт. Требуются новые игроки. Клуб игры в Гвинт Шулер, располагающийся во Вроницах, приглашает новых членов и противников. Мы будем рады опытным соклубникам. Кто же в Гвинте не разбирается, того научим. Деньги, проигранные в период учебы, не возвращаются. За подробностями обращайтесь к председателю клуба Филиппу Стенгеру, известному также как Кровавый Барон. Слышь, а что ты мне раньше-то не сказал, что ты тут председатель клуба Шулера? Как ты мог мне не сказать о таком? Ты же знаешь, что я в Гвинт люблю играть. Короче, надо будет заново к нему идти. За этой информацией. Кулачные бои. Всякий, кто желает испытать себя в суровом поединке для настоящих мужчин, приходи к нам и сразись с лучшими бойцами в округе. С кузнецом, Стахом Рыбожором, Йонашем и сержантом. Приду, сражусь. Заказ на чудище из Доброго или Доброго? Доброго, наверное. Люди, возле нашей деревни Добровым прозываемой рыщет чудище проворное и вельми грозное. Всей округе до куку учиняющее. До куку? Какую нахрен до куку? Смельчак, который его уничтожит, рассчитывать сможет на нашу благодарность по гроб жизни, так же, как и на щедрое вознаграждение. Кто захочет знать больше, пускай в село заходит и старосту себе мира спрашивает. Хорошо. Заказ кликатун. О, тот самый, о котором говорили тут мужики. Люди добрые, если кто убьет чудище кликатуном прозванное, которое у Вронис угнездилось и убивает людей и зверей, того награжу звонким золотом. Помните, однако, что тварь эта грозная, с вилами на него не ходите, хотя бы и несколько вас таких набралось. Числав из Вронец. Окей, Числав, расскажешь. Чё там как? Скачки. Нифига себе. И драка на кулаках. И гвинт-турнир. И скачки. Красота просто. Если кто еще не слышал, мы тут устраиваем скачки. Кто хочет с нами, заходи ко мне, все расскажу. Только сразу говорю, перед скачками придется заплатить. Так что если в кошеле пусто, то и не суйся. Радка. Или Радко. Окей. Куча неизвестных мест опять мы отметили себе. Кулаки ярости. Велен. Новое задание. Скачки в Ронице. Дойти до места, где начинаются скачки. Чудище из Доброва. Поговорить со старостой Доброва о заказе для ведьмака. Нифига себе, череп. Значит, пока рано. Кликатун. Поговорить с заказчиком. Это уже не рано, это уже надо и выполнять, походу. Давайте-ка посмотрим, что там к чему. По следам Цири, первый раз кизла, так охота на ведьму. Где наше задание? Новое. Кулаки ярости Велен. Пока смотрю рановато, потому что нужен аж 11 левел. Хотя бы набрать 7, 8. Скачки в Ронице. Дойти до места, где начинаются скачки. Где они начинаются, интересно. О, так недалеко, смотри. Можно даже уже начать. В принципе-то. Дальше. Это не то. Гвинт, игры с корчмарями. Веленские игроки.
А, так подожди, барон же нам, походу, так и рассказывал уже про то, что в Гвинт можно играть там с прорицателем, с лодочным мастером и с еще одним чуваком, который пока он не назвал нам его имени, типа мы пока не недостойны. То есть с бароном можно уже об этом не говорить, как бы, наверное. Или хрен его знает. Кликатун, уровень 8 нам нужен, но можно уже его выполнять. А, кстати, где это? Заказчик находится недалеко. Тогда, в принципе, погнали пока. Давайте в следующей серии пойдем к этому заказчику, спросим его о заказе на кликатуна, и там уже будем разбираться, идти ли к кликатуну, или же идти к ворожею, или выполнять скачки. Столько много, честно говоря, разнообразных заданий, что просто так просто вообще не решить, за какое из них браться. Но будем уже думать потом дальше. А пока что оставайтесь с нами, с вами был Морган и Геральт из Ривии. Всем удачи, до новых встреч, всем пока-пока.